Вот. Это Москва, парламентская, исторические библиотеки все имеют. Пожалуйста. Вот эта вот библиотека, наша алтайская шишковка. Необходимо 2 экземпляра. Вот библиотека имени Ленина в Москве, центральная библиотека номер 1 страны. Пожалуйста. Это парламентская библиотека, то есть Государственная Дума имеет. Это не просто книги, а это энциклопедия, учебная для всего населения. То есть мы это, когда показываем, это то, чтобы вызвать ваше доверие, а не то, что... Это что, Москва, посмотрите, какая публичная библиотека. Это что, Омская, посмотрите, ну, печатная. Это очень большие библиотеки. Это какой-то город. А в какой-то организации, которую мы принимали, в Красноярске, то есть мы показываем, что эти библиотеки частные, не просто проверены. Не организация, частная. Это частная. Частное лицо. Да. Это не организация. Я автор, видите, Игнатий Лапкин. Вот автор. Это я. Знаете, я эти книги дарю безвозмездно, потому что это моя жизнь в этом. Вот определенная тематика, вот это толкование Нового Завета. Все. Вот здесь вот книга. Так, вот она и сдвинула. Показать. Покажи, положите. Сейчас я посмотрю. Вот посмотрите. А у вас какая? Вы в какой-то церкви? Какая церковь? Православная. Вам показано, что вот смотрите, я стою, вот мэр города. Вот я стою с патриархом рядом. Это православная. Вот она книга называется «К истинному православию». Тут в каждой книге видно фотографии мой брат. Он священник. Сейчас любую открою даже. Сразу увидно его. Протоиерей. Или, допустим, вот. Я спущусь, видите, как вот я говорю, что нет. Благословение епископов православных, не просто, а патриарших. Сейчас я покажу. Пожалуйста. Возьмите, посчитайте, не торопясь. И вот это Алтайская правда пишет, что православный проповедник и прочее. Просто Игнат Тихонович имеет колоссальный опыт. Он в советское время распространял Солженицына. Его даже за это посадили в тюрьму. Понимаете? Угу, он это отвечал на вопросы. То есть он... Так, минуточку подождите, я сейчас пойду поднимусь. Вот так. Пожалуйста, вот можете взять любую, показать. Просто у нас начали... Это уникальная книга и уникальный человек. И вы много потеряете, если это окажетесь. Это нам много времени не надо составлять, даже обойдемся без него. Поставить, чтобы все вошли сюда. Удобно мне будет брать и показывать. А так они когда на одну, я не вижу, какая. Папочку уберите. Да, папочку я уберу.